Внимание! Награждение проводят государственный тренер Украины Ульянчич Николай Николаевич и судья международной категории Коломацкий Сергей Евгеньевич. За третье место в женском парном разряде награждаются Воронцова Екатерина, Бондаренко Мария. За третье место награждаются Епифанцева Анастасия, Приходько Ярослава. Мартиросова Александра и Гармаш Надежда. Отойдите от камеры. За второе место награждается Цупко Александра, Перебийнос Вероника, город Киев. И за первое место грамоту уже получили Топчи и Мария Шевченко Екатерина. У юношей в парном разряде третье место заняли Бородин Илья Резниченко Остап, Ялта Алтайск. А также Лимонов Антон, Жалубак Михаил, Винница Ивана Франковска. За второе место награждается пара Ткаченко Александр Луганск, Алексеевич Александр Львов. И за первое место сенсация турнира награждается пара. Город Киев, Джанибекян Карен, Слюзенко Владислав. И в личном разряде у девушек за третье место награждается Кондратенко Виктория. И Топчи Мария. Кондратенко Виктория, город Донецк. За второе место Цупко Александра, город Киев. Thank you.
И первое место — перебей нос, Вероника, город Киев. За третье место в мужском одиночном разряде награждаются Алексеевич Александр, Львов, Шоколев Владислав, Измаил. И за первое место в личном мужском разряде награждается Резниченко Остап, город Камчатка. Собой поставили. Стремитесь и достигайте. Всего наилучшего. До новых встреч.